Друзья, всем привет. 3 сентября Ярополк, как обычно, приехал дружить с холодной водой. Сегодня у нас 7 человек. Сегодня в России отмечаются такие праздники, как День солидарности в борьбе с терроризмом, День воинской славы, это окончание Второй мировой войны, а также сегодня отмечается День нефтяной, газовой и топливной промышленности. Именно этому празднику мы посвятим наше закаляние. Поехали! Сегодня что-то не выспался, но уже проснулся. О, все, я не хочу спать. Фу. Холодная вода смывает весь негатив. Так, кто первый раз сюда идем? Так, не подошли. Кто со мной ездит? Виноват. Мы из России. Окунулась. Поздравляю работников нефтяной и газовой промышленности. Чтобы у вас не было происшествий, потому что это сложная работа. С праздником вас. Хорошо. Первый раз купаешься? Да, прыгай вниз. Давай, с головой, три раза, поехал. Раз. Работники нефтяной базы, желаем счастья, здоровья и хорошего рабочего настроения. Давай. Спасибо вам за ваши ресурсы. Прям ресурсы дает эта Россия. Да. Говорят, в нефти купаться это полезно, но в родниковой воде еще лучше. О! Я вам это покажу. Вот. Вот. Вот, супер! Ну что, понравилось?